Друзья, мы уже с вами говорили в циркадных ритмах о важности утреннего подъема. Подъема тогда, когда начинается кортизол вырабатываться в организме. Кто-то его по-плохому называет гормоном стресса, а ведь этот гормон, активирующий и нашу сердечную мышцу, и вообще приводит наш организм в активное состояние, и поэтому он выделяется по утру. Но утром антагонист этого гормона кортизола, мелатонин, нас будет, нам вялость, нам вставать не хочется. И вот когда я вышел на открытое небо, ультрафиолет, и этот ультрафиолет разрушает мелатонин, а кортизол, мой карбюратор, наполняет парами бензина, и они сжигаются. Друзья мои, кроме всего прочего, стряхнув утром бутылку, вы знаете, как это делается, посмотрели в других роликах, мы сейчас проведем некий эксперимент для соматической и вегетативной нервной системы. Соматическая система – это система, связанная с нервами в мышцах, в теле, на кожу выходит. И поэтому утром важны воздушные ванны, когда тело получает не только ультрафиолет, не надо яркое солнце, но и обдувание ветерка. Это тоже важно. И когда я чувствую это обдувание ветерка, мои нервы в рецепторах кожных начинают как-то вибрировать. А помните, кортизол мы с вами выделили, а теперь, после того, как вы встряхнули бутылку, сделали зарядку, берете ведро холодной воды. Контрастный душ – это не только закаливание для того, чтобы соплей не было. Это воздействие на вегетатику, воздействие на соматическую нервную систему. И поэтому берете это ведро воды и выливаете на себя. Не старайтесь сразу вытираться. Пусть воздух, у меня мурашки пошли, наполнит энергией мышцы, тело. Но я вам рекомендую, например, если достаточно, когда жарко, сейчас около 5 утра, не так жарко, но вы можете делать следующее. Сейчас я покажу, но для меня это, наверное, будет немножечко очень контрастно. И это тоже можете проделывать. Просто берете шланг с обыкновенной водой, которая у меня идет из скважины, и делаете для себя душ. Вот это вообще шикарно. Представляете, насколько сейчас моя вегетатика получила бодрящий контрастный душ, воздушную ванну, утренний ультрафиолет, который бодрит, разрушил мелатонин, утилизировал кортизол, и я теперь бодр и в боевом настрое на целый день. Так что, друзья мои,